Вот такие тюльпаши у меня наросли в этом году. А это пломбирчик. Много вот таких фиолетовых, многолепестковых. Они вот в этом году, конечно, после мороза сильно вытянулись. Вот такие вот маленькие есть. И такие. Еще вот такой пломбирчик. Он такой много-много лепестковый. Правда, вот распускается, может, конечно, от мороза, но не сильно такой красивый. А вот этот вот прям нарядный такой. Ку-ку! А ты, петушок, какой яркий. Ух, а ты какой бархатный. Маленький. Вот еще петушок такой распустился. И вот этот мой любимый. Если говорят, что только подсолнухи разворачиваются к солнышку, но я хочу сказать, что и тюльпанчик. Вот такой вот, он прям по кругу ходит, голову поворачивает. Розочка подтянулась. Хоть было и холодно, но под укрывным материалом прям хорошо тут барахлилась. А это вот такие вот у меня двойняшки тут сидят, дочечки мои.